автохолодильник от прикуривателя на 7,5 литров. Портативный автомобильный холодильник от прикуривателя идеально подходит для семейных поездок и путешествий на авто. Он незаменим для всех, кто проводит в дороге много времени. Поможет не только охладить продукты и напитки, но и согреет обед или ужин для всей компании. Автохолодильник оборудован охлаждающим вентилятором, работает тихо, с низким уровнем шума. Обеспечивает высокую эффективность при малом потреблении энергии. Функция охлаждения понижает внутреннюю температуру в отсеке холодильника на 18-20 градусов по отношению к окружающей температуре. Время охлаждения продуктов и напитков составляет 2-3 часа. Немаловажным достоинством данной модели является встроенная функция нагрева. Она обеспечивает повышение температуры до максимального значения около 50 градусов, время нагрева продуктов составляет 2 и более часов, в зависимости от степени исходной температуры. Глубина внутреннего отделения холодильника без крышки составляет 19 см 8 мм, вместимость крышки дополнительно 4 см, поэтому максимально возможная высота содержимого 23 см, это пластиковая бутылка 0,5 литров, либо жестяные банки 0,33 литра в два ряда. Следует обратить ваше внимание, что номинальный объем 7,5 литра, а фактически рабочий 6,5 литра. Помещать продукты следует в собственной таре или в герметичных пакетах и ланчбоксах. Крышка фиксируется с помощью встроенного магнита. Это обеспечивает герметичность прибора на 100%, и можно не волноваться о том, что вы неудачно закроете холодильник. Автомобильный холодильник обладает компактными размерами, вы можете поместить его как на заднем, так и между передними сидениями или же в багажнике. Автохолодильник выполнен из безопасного, прочного и легкого пластика. Оснащен удобным и прочным ремнем для переноски с возможностью регулировки длины. Характеристики автохолодильника. Материал – пластик. Номинальный объем – 7,5 литра. Рабочий объем – 6,5 литра. Размеры холодильника 32,5 на 18 на 27 см. Внутренний размер 23,8 на 14,2 на 21 см. Максимальная температура охлаждения понижает градус от внешней температуры на 18-20 градусов. Максимальная температура нагрева 50 градусов. Питание 12 вольт. Длина шнура 159 см. Ремень для переноски 125 на 3 см. Вес 2 кг 350 грамм. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Его цена с учетом доставки составляет всего $28. Советую заказывать именно в этом магазине по ссылке, потому что это самая низкая цена. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.